Знак зодиака человека немного меняется каждые 30 лет. Даже далекий от астрологии человек знает свой знак зодиака. Многие же из нас, пусть и сомневаются в гороскопах, нет-нет да почитывают их. Просто для настроения. Например, мы знаем, что овны в своей сути упрямы и настойчивы, водолеи – мечтательны и непостоянны, раки – заботливы и внимательны. Но оказывается, достоверно нельзя полагаться ни на один гороскоп. Но не потому, что они выдуманы, а потому, что каждый год знаки зодиака постепенно смещаются со своей оси. Дело в том, что когда мы рождаемся, планеты и Солнце расположены в определенной оси по отношению друг к другу. Но, как известно, они не стоят на месте. Земля постоянно изменяет свое положение, вращаясь вокруг Солнца. Поэтому каждый год наш знак зодиака смещается примерно на 1 градус по оси. Спустя 30 лет это 30 градусов, а это уже переход в другой знак зодиака. Таким образом, человек за свою жизнь в среднем трижды меняет знак зодиака. При переходе человека в другой знак зодиака он может столкнуться с серьезными изменениями в жизни. Они могут быть как положительными, так и негативными. Кроме того, могут меняться многие характеристики человека. Например, на протяжении 30 лет он был скромным и стеснительным, а затем стал душой компании. Эти изменения могли возникнуть благодаря его собственным усилиям, а также положению планет. Отчасти поэтому многие люди, читая собственный гороскоп, возражают: «это совсем не про меня». Возможно, их знак зодиака успел перейти в другой, и характер человека приобрел несколько другие качества. Знать про свой знак зодиака не только интересно, но и полезно. Если вам любопытна эта тема, попробуйте узнавать не только про свой знак, данный при рождении, но и смежный. Вдруг это сочетание позволит вам познакомиться с самим собой лучше. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.